Всем привет, меня зовут Алексей, мы продолжаем играть большие гонки онлайн, и я проголосую за ЕС первый класс. Потому что ЕС второго нету. Там заражение будет. Ну ладно, выбираем автомобиль. И что же нам выбрать вообще? Что вот выбрать можно вообще? 250 GTO, Ford GT. Что? Давайте Skyline тогда выберем. Какой чертов Skyline? Выберем Nissan GTR. Где он? 4. А! Успел! 3 секунды осталось. Неужели? Ого! На первом месте 28 часов я был. Так, поехали, GTR. Через 100 метров поворот налево. А, все ломанулись не туда. Давайте не. Через 200 метров держитесь правее. Ха-ха, блин. 400 метров. Так, блин. Блин, там можно было срезать, я куда-то поехал. Пересчет маршрута. Так, я вообще заблужусь сейчас, я тут места не знаю вообще! Через 4 а, вон тут, там вход есть. Тут уже добрался. Только не дерево! Дерево. И что? Что это? Что? Ты издеваешься надо мной, что ли? Я не понимаю. Выполните безопасный разворот. О, блин. Мы успеем? Да, мы успели. Зато мало опыта заработали. И мы на втором месте, вот это здорово. О, два Nissan GTR R35. Посмотрим, кто кого. Не, даже три Nissan. Не, четыре Nissan. С ума зайти. Так, ну же. Слава богу, я не заражен, потому что если я буду зараженным, я не получу много очков опыта. Это вообще... Вообще нереально будет получить много очков опыта. Это вот... Это вообще нечестно как-то сделано это. Обычно тот, кто зараженный, ему надо задевать. Я не знаю, чтобы... Там огромное, чтобы количество добавилось. Так, мы знаем, где тут здесь спрятаться же, блин. Блин. Просто шикарно. Как убрать этот список, блин, справа? Вот она. Шикарное место просто. В котором никто не найдет. Но этот крутится заднеприводный. Да играется он. Ну где все? О, кто-нибудь может приедет сюда, я не знаю, из зараженных. Двое зараженных уже? Блин. Блин, где? Один остался. Что-то я не понял. Ну где? Идите сюда! Ну погоняем. Ну что ты там? C63. Обачки, я удрал. О, блин! У нас... Заворачивай, черт возьми, ты сюда! Потом сюда, куда? Зачем сюда?
А черт, зараза ты чертова! Блин, теперь нам надо заражать всех остальных. Кажется, я вообще-то не туда поехал. Так, дрифтим. Да, плохая идея была. Это понятно. Так, там кто-то спрятался, я вижу же. Так, он поехал. Поехал. Так, я вижу его. Ну! 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 Скайлайн, чертов ты! Оба очки задели. Еще один остался. Так, его уже задели. Ну, получили немного, конечно, очков опыта. А вот Феррари продержался долго. Ну да, мало очков опыта. Кто-то, наверное, там 8000 вообще брал. Или 10 вообще, или 12. Да, мы откатились. Самый конец. А, 3 фаш 2000, но это не так уж много. Так, поехали дальше. Подрифтим мы. Нет! Не задевай! А, я вижу это. Ну, мы сможем подрифтить вообще. У-у-у, да, вот так. Так, нужно газовать. В общем-то, что-то я даже не уверен, что я зря тут дрифтил. Тут главное не перевернуться. Если все нормально будет, не переворачиваешься, то все шикарно. 12 секунд, мы успеем, я думаю. 7 секунд. 6, 5, 4, 3. Все успели. Нет, кто-то не успел. Трое человек, что ли, не успел. А то 1349 опыта. Немножко подберусь я к лидерам. О, 775 не хватило до следующего уровня. Да. Отрывся тот же. А, нет, чуть меньше. Меньше стал. 1400. Ну, в общем, 1500. Отрыв теперь. И вон и. Уличная командная гонка. Тут, значит, не только нужно получать очки опыта, но и как стараться поближе, как выше можно. О, тут аж 90 человек. Просто мясо будет. Так, 4 GTR-а. Так, стартуем, поехали. А... Блин, кто-то там одну и ту же машину, блин, использует. Так-так-так, вписывайся в поворот, это в чертов. Мы где-то в конце плетемся вообще. На 10-м пози... На 10-м месте мы едем. А, блин, красная команда проигрывает. Тут, тормози, тормози, тормози. Так, так, обогнали на 6-е место. О, вот это! Дал он жару. Так, стоп врезаться. На 4-м месте мы. Красная команда лидирует. На всего лишь 50 очков отрыв. А, блин, тут уже синяя. Ну, мы... Надеюсь, я смогу этого третьего догнать.
А, нет, 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 нет. Газуй! Skyline. Точнее, GTR. Какой Skyline ты? Ты теперь просто GTR. Кто нас там преследует? На чем, интересно? Блин, из-за пыли не видно. А, черт, зачем ты откатился на третью позицию? Теперь синий лидирует. Так, тут газку жмем. Кто там? На гольфе или что? Это C63? Ой, какой C63? А 45 AMG. О, да, мы на третью позицию вырвались. А, все равно, блин, синяя команда побеждает. О, блин! Чертов ТК! О, чуть очки еще добавок не сбил в конце. Блин! Остальные, блин, в конце наша красная команда-то, а? Опять синяя команда победила. Да, еще плюс 850. Прилично так, отрыв. Ого! Ну шикарно, 12 тысяч опыта. Ну чё, теперь мы на первом месте или нет? Да, на первом месте. Да еще с отрывом 1500. Так, где Skyline? Блин, опять. Быстро загрузилась. Так, теперь у нас гоночка будет. Опять же. Так, блин, ну я запись разбил. Поверните налево. Тут, знаете, я не буду срезать. Тут подрифтим немножко мы. Или нет, надо было срезать, я даже не знаю. Ну, сейчас посмотрим, не успеем, пипец будет, конечно. Но очками опыта заработаем. Через 400 метров поворот налево. Ну, немножко подрифтили, успеем. Да ведь, мы успеем? Я надеюсь, успеем. О, так, 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 так. Ну, 14 секунд. 10 9. Успели. Ну, 649 набрали, неплохо. Ну, теперь ровно 2000, даже больше 2000 наш отрыв. Так, это должна быть у нас, я не знаю, кольцевая, например. Да, это кольцевая гонка. Ну и миссия у нас будет с 12. Да, 12 человек. О, я на первом месте. Шикарно. Затолкает меня в первом повороте, думаю. Так, поехали. О, да. Мне Toyota хочет сделать? Нет. Нет, она... Я не знаю, что она делает, приближается или не приближается даже. О, да, скользи, скайнлайн. Бешеный скайнлайн вообще какой-то, я даже не знаю. О, блин, это вообще маньяк какой-то. Блин, я такую срезку вообще не знал, что такое можно вообще сделать на этой трассе. Ну, блин, у него спойлер. Значит, у него на управляемость нацелен на автомобиль. Да отстань от меня, уракан.
Отстань, Уракан, ты от меня вообще! Перекрещиваем траекторию. Пошел. Обратно назад. Так, вписывайся. Теперь сохраняйте очки, пожалуйста. Хватит. Фу, плюс 1787 опыта. Три круга, слава богу, три, не четыре. Так, видим, где скайлайн тормозит. Хорошо это нам. Я оттуда... Я не решусь оттуда ехать. Откуда он едет вообще? Мне страшно оттуда ехать вообще. Скайлайн вообще не знает, откуда он едет. Бибип! Блин, ты, ТЗ, King Drift. Блин, там А45 задел, слава богу, эту контрольную точку я. Сумасшедшая. Ее тюнговали, да, из первого класса. Маньяки просто. Последний круг. Так. Широко заходим. На внутренний перемещаемся. Теперь на внешний. Блин, я тут не знаю вообще, как ездить. Как-нибудь надо попробовать оттуда. Каждый раз врезаться в дерево, наверное. Так, 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 так. Там борьба между какой-то Субару, наверное. Я даже не знаю, что это там синий. А, Уракан тот. Мы на втором месте. Мы проиграли 4 секунды, ну неплохо, да, блин, у него лучший круг, из-за срезки, может быть, это я даже не знаю, но у него лучше на 2 секунды. Так, а где скайлайн-то? Один в конце на 9 месте, другой на 5, а двое на 1, на 1 и 2, дубль. Ниссана. За навыки мало получили мы. Я даже не знаю, это хорошо 14 тысяч опыта мы получили или плохо. Вообще 16. Ладно, какая разница, мы все равно на первом месте. О, блин. GTR еще откатился ниже. А где тот? Блин, опять не успел просмотреть. Так, и это, по-моему, третья гонка была, я даже не знаю. Следующая гонка где будет? А, скайлайн опять. Сколько тут... Блин, опять скайлайн говорю. Выполните безопасный разворот. На, я влетел в дерево. Еще один скайлайн черненький. Ой, блин, опять скайлайн говорю. Это GTR. А, тяни, тяни, блин, все очки сбились. Мой скайлайн единственный без спойлера. Даже обычного спойлера у меня нет. Это длиннющая гонка будет. 287 опыта, смешно.
Зато на первой позиции, это здорово. О, кто-то еще присоединился. Троянс. Троян какой-то. Вирус присоединился к нам. На S2 классе автомобиля. Так, мы предпоследними стартуем. Да, все 4 GTR прям рядом расположились на в этот раз. Ну посмотрим, у кого разгон лучше. Ну, поехали. О, да. Мой разгон чуть лучше, чем черный GTR. Ну и в общем-то, другой GTR тоже, а вот синенький у него бешеный. Разгон, двинься, Феррари, ты, модема. Как тебя там, блин, а? Там, блин, мясо прям. Блин, это еще командная гонка. За красную команду я. Так. Там дельта. Так, на внутреннюю. Давай, 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 давай. Не надо бортовать меня. Оу, давай, давай, давай. На внутреннюю опять же. Спасибо тебе. Черт возьми. Я за красную. А, вот почему он меня не бортовал. А там тоже А-класс был закрыт. Блин, опять этот Skyline. Опять GTR, блин. На первом месте едет. Ну, я прям для гонок подготовлен, наверное, скорее всего. Что тут, блин, я дорогу уже забыл. Я как пьяный еду. Не пропущу, не пропущу, блин. Ой, извини, извини, я случайно... Блин, нас же прям к нему прилетела эта машина моя. Я ж не хотел. Ой. Все. Конец. Моей машине. Какая хорошая попытка была приехать на втором месте. Ну, нужно попытаться обогнать на последних метрах. Хоть кого-нибудь. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, немножко приближаемся. Ну ладно, что месть. Так, на шестом в этот раз. Опять синенькая команда победила, блин. Опять этот GTR со спойлером. У него прям на ускорении, это прям для трека подготовлен автомобиль, явно уж. Там заметно. тысяч кредитов, а вот опыта мало. 9000. Другие больше, наверное, набрали, но все равно мы останемся на первом месте. Я надеюсь. Да, мы на первом месте. 3000 отрыв. Ух ты. GTR вообще много очков набрал в этом. Ого, тут прям тройка GTR. Первые три места прям занял. Ладно, на этом мы закончим. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.